Типичное американское общество трудного послевоенного времени. Где ты шлялся так долго? Опять уроки пропустил, ублюдок! Трагическая история семьи без американских корней. Я вовсе не такой уж плохой. Останови! Я тебя ненавижу! Не надо дразнить мужчин. Кто-то выбрал скользкую дорожку, а кто-то стремился к лучшей жизни. Уезжай отсюда, Руди, пока они тебя окончательно не искалечили. Меня не удивит, если ты свою жизнь кончишь в канаве. Я не привык, чтобы со мной так разговаривали. Дом собирается сносить. Наш дом? Но достичь успеха и богатства суждено далеко не всем. Богач-бедняк. На ТВ Русь.